Во-первых, вы понимаете, вот эта власть, эта серость во власти, чиновничья прежде всего, они не могут предложить обществу чего-то глубокого, проектного, такого глобального даже. И поэтому посмотрите, вот региональные выборы. То, значит, назначаем губернатора, то избираем. То опять, значит, какую-то форму придумаем непонятную. Избирается ли он, когда президент вносит, а законодательное собрание одобряет? Что это, избрание или назначение? Потом вдруг опять к прямым выборам переходим. Вот эта путаница, это топтание на месте, оно не развивает и наше гражданское общество, и, конечно, демократические основы. Сейчас говорить, что что-то изменится, да, соотношение политических сил изменится. Партия власти в лице «Единой России», она будет уступать где-то общенародному фронту, ну, где-то, может быть, там коммунистам будет уступать, потому что партия власти в лице «Единой России», она терпит поражение на всех фронтах, на культурном, на экономическом, на управленческом, будем говорить. А вот эта коррупция сплошная во всех жизненно важных сферах, вот, она показывает, что власть, по сути дела, или участник этой коррупции, и я убежден в этом, или она не справляется вот с теми негативными процессами.